Сейчас вы посмотрите новую серию Пиксельмона. И если вам захочется посмотреть еще одну новую серию Пиксельмона в этот же день, то вы можете поставить лайк под этим видео и поставить лайк под тем видео, на которое вы сейчас видите ссылку на вашем экране. Если под этим видео наберется 100 лайков, и если под тем видео наберется 100 лайков, то есть на каждом видео должно быть по 100 лайков, новая серия Пиксельмона выйдет в ту же минуту. Дата выхода серии зависит полностью от вас. Все, что от вас требуется, это ставить лайк на новой, последней вышедшей серии Пиксельмона и на том видео, на которое будет появляться ссылка в этом видео. Ставьте лайки, смотрите новые серии Пиксельмона и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, продолжаем играть в третий сезон Пиксельмона. Да, это продолжение. И вот как раз тут уже один босс. Босс. И давайте, в принципе, уже его сейчас забабахаем. Итак. Отлично, ребята. В принципе, в предыдущей серии мы словили... Так, это еще два алмаза. Ой, Дроузи эволюционирует. Отлично. В предыдущей серии мы словили, ребята, Дроузи, Пиплупа, да, в зимнем лесу, и, в принципе, уже его прокачали в Принплупа. И словили Иви. Я уже говорил, нет, забыл. Ну, в принципе, Иви, я не знаю, в кого мы превратим. Наверное, все-таки в водную Иви, я так думаю. Так как Амбрион у нас уже есть, Глассион, или как она там называется, тоже у нас есть. То есть... дневная Иви, да? И, в принципе, сейчас нам нужно словить Чуртвига. Вот так. Будем сейчас охотиться на него, так как нужно его словить, да. Так. Вот что мне нужно узнать, это нужно узнать, ребята, сколько у нас полностью алмазов. Не только это, нам же нужно еще сделать ультраболы. Твою ж мать. Так как, ну, с этими ультраболами как бы нормально ловится, да, но все же, это ультраболы, да. Давайте вот тут возьмем вот так и вот так. Сейчас быстренько сбегаем вот сюда. Вот так. Кто там был, Торчик? О, так. Сейчас давайте вот это. Быстренько это все попродаем. Чтобы просто-напросто узнать, ребята, сколько у нас есть алмазов. Сколько нам еще не хватает до Запдоса, да. Так, 8. Так, вот еще тут 11. Отлично. Тут у нас что продается? Тут у нас болы. Тут у нас вот отлично. Вот это. И вот это. Так. Тут у нас вот это можно продать. И вот. И да, и вот это тоже можно продать. 17 болов, ребят. Болов. Каких нафиг болов? Алмазов. Да. Сейчас там у нас есть еще... Ну, приблизительно, я так думаю, там еще будет где-то так... 10 алма... О, я еще забыл 2 хилки продать. Так. Так. Ну, в принципе, нормально, нормально. Это пускай будет. Тут у нас... Ух, тут у нас куча всего. Ну, как бы куча, но только по одной штучке. По одной штучке, да? Так, вот это можно... Что еще можно? Это можно. И, допустим, вот это можно. Нет. Вот это. Это еще может приблизительно где-то 20 алмазов. То есть у нас есть сейчас, как я помню, у нас вроде есть 109 алмазов вроде. Это, в принципе, уже нормально. И еще 140 алмазов, и мы сможем уже себе купить алтарь для Молтреса. Да.
Для Забдоса, да твою ж мать. Всегда что-то путаю. Так, вот сейчас давайте вот это. Это поменяем. Еще что мы тут можем поменять? Это нет. Вот это мы можем тут еще поменять. Нет, это нет. Да, можем. Отлично. Еще что-то можем. Поход нет. А вот тут. Вот тут вот так. Вот так. Тут я забыл еще вот это поменять. И вот тут это и вот это. И походу все, да? Походу да. 53 алмаза, ребята, у нас есть 110, допустим, плюс 50, то есть 163, 162, если быть точным, алмаза у нас есть. Сейчас тут у нас еще босик, которого мы сейчас забабахаем. И может еще себе парочку алмазов выбьем, можно и так сказать. Magikarp. Ну, еще один алмаз. О, тут есть еще один, но он в земле. Нет, не в земле, поэтому и его мы сейчас задрючим. Again. Отлично. И еще один алмаз. Ну, нормально. Еще два алмаза, в принципе, нормально. Так, сейчас мы, в принципе, сразу же их поменяем. 152 алмаза у нас. 162 алмаза. 162 алмаза, в принципе, нормально. Это можно считать меньше соточки, еще нам нужно. Нужно искать просто-напросто боссов, убивать их и получать алмазы, да? 164 алмаза у нас есть. То есть нам еще осталось 86 алмазов, получается, чтобы заспавнить себе Забдоса. А, в принципе, нормально. Так, отлично. И давайте еще вот это сюда поставим. И вот так, отлично. Я думаю, что, в принципе, тоже можно сделать себе будет ультраболы, так как ультраболов у нас нету, а нужно. А тут их просто нереальное количество. А вот то, что у меня... Я забыл, если честно, есть ли у меня априконы где-то в сундуках. Вот это я, ребят, сейчас не помню. Ну, вроде нету. Вроде. Ну, тут будет приблизительно где-то 10-15 покеболов получится. Точнее, ультраболов. Посмотрим. Так, ладно. Идем отсюда. Пускай это там дальше все делается. Сейчас. Да что ты в моем доме забыл? Зараза. Вот то, что сейчас реально посмотрю, есть ли у меня. Ух, есть, конечно. Тут куча этих априконов. А, сейчас. Вот так. Железо. Тут у нас всякий хлам, да, получается. Нужно же посмотреть, есть ли у нас нижние части. Нету. Ну, как бы у покеболов, да. Тогда давайте возьмем, в принципе, вот это, я думаю. Наверное, все-таки хватит столько. Давайте сейчас себе, наверное, сделаем немного покеболов. Поспать, наверное, будем идти, так как пока мы это сделаем, уже день наступит. Сначала вот это все пережарить. Вот так и вот так. Ага. Сейчас, ребята, давайте это поставим вот так и вот так и сюда вот так. Ребята, 18 ультраболов. Мы уже можем сделать. Вот так и вот так. Отлично, ребята. Ну что ж, давайте сейчас приступим. И начнем делать покеболы. Я думаю, я не буду это ставить на паузу, так как, в принципе, вот с этим алмазным мечом это вообще жесть, как быстро это все делается, ребята. Смотрите, уже 5 штук сделали, или сколько там. Ну, сейчас 5-я. Нет, это уже 6-я было вроде. Ну, короче, быстро это все
Да ты чё, охренел? В моём же доме на меня нападать. Вон наглые пошли. Так, вот сейчас мы это всё сделаем. И, в принципе, нам уже хватит покеболов, чтобы уже словить покемонов. Нам осталось 41 покемон. Самые, наверное, стрёмные из них это Иви, который хрен его знает, как вообще не хотят ловиться. Вот заразы такие, что капут. И, в принципе, два легендарных, это Забдус. Ну, для Забдуса нам осталось, конечно же, еще это... Это вот это. Найти еще 80 алмазов, да, нам нужно. И, в принципе, тогда мы сможем уже, наконец-то, заспавнить последнего легендарного покемона, птицу, можно и так сказать, да. И потом нам остался Грудон. И два, вот то, что два фосила покемона, это тоже как-то... Я думал один, то есть Кабутопс, а нам еще казалось, что нам не хватает Арчиопса. Вот сейчас, ребята, я так думаю, нужно спешить, ну как бы не совсем очень-очень спешить, да? А немного спешить, так как... Я так думаю, я не знаю, ребята, я так думаю, что в ближайшее время выйдет новая версия Пиксельмона. Это я, может, уже где-то говорил, но я еще расскажу. На сайте там писала, что... Ну, как бы я на официальном сайте вот этого мода Пиксельмона, да, писала то, что... Как бы версия, новая версия... Так, сейчас, секундочку, давайте убьем вот этого босяру. Новая версия Пиксельмон, ребята, то есть, которая выйдет как бы следующая, да, новая версия. Ну, еще два алмаза. Новая версия находится в разработке, то есть, она как бы уже вышла, можно так сказать, но она находится в бета-тестировании, то есть, они там ее тестят, исправляют баги и все это такое. А че я сюда пришел? А, вот, вспомнил. Есть ли у нас стон? Только две штучки... Вот так. Есть ли у нас кнопки? Кнопочки. Нам-бам-бам. Нету. Ладно. Потому, ребята... И, кстати, что новая версия Пиксельмона выйдет на версию Майнкрафта 1.7.2. То есть это версия Пиксельмона на версию 1.6.4. А новая версия Пиксельмона, ребята, выйдет на версию... Майнкрафта 1.7.2. То есть уже лучше, да? Но я не знаю, когда она выйдет, ребята. Честное слово. И вот то, что когда она выйдет, да, ребята, мы все-таки, наверное, начнем новый сезон, как бы четвертый сезон. Начнем и четвертый сезон тогда, когда мы закончим третий сезон. Даже если Пиксельмон, новая версия Пиксельмона выйдет через пару дней, а мы не успеем закончить Пиксельмон третий сезон, то я думаю, мы как можно будем быстрее попытаться закончить третий сезон Пиксельмона, чтобы начать четвертый сезон. Да, ребята. Четвертый сезон... И если это, как бы, можно сказать, новая версия Пиксельмона, то понятно, что там будет много изменений, много новых покемонов, много усовершенствованных, то есть исправлены там эволюции, может там формочки их, как бы, ну, как бы сам вид их исправлен, да? Ну, в принципе, посмотрим, ребята. Может, еще что-то там надумаю, да еще, может, что-то там и добавлю, да? Ну, давайте, давайте, в этом жарьтесь, а мы пока что... Нет. Ну, в принципе, мы можем... Два покебола можем сделать. Так, вот что. Ой, да там еще один покемон босс. Вот он. Сам напал, ладно. Отлично. Чё бы мне хэд... Давайте нафиг. Ну, еще один алмаз, нормально. Так. Там еще один покемон босс. О, капут. Так. Сейчас мы его забабахаем. Еще один алмаз. Все? Или есть еще какие-то покемоны босса? Так. Вот сначала вот давайте вот это все сюда поставим. Мастербол нет, заберем. Так. Сейчас. Отлично. В принципе, как и говорил, ребята, пока мы там делаем априконы, уже и день настал.
Ну давай, давай, давай. Постарайся еще немного. Еще тебе там пару приконов не хватает пережарить. Давай. Еще один. И жарим мы камень, чтобы себе кнопочки сделать. Отлично. Давайте сразу вот так, чтобы быстрее был. И давайте еще вот это мы пережарим, как бы сделаем. Еще 18, ребята. То есть у нас уже куча, можно сказать, у нас уже будет ультраболов. То есть 38 ультраболов у нас будет. Офигеть, ребята, это в принципе уже так хватит на такое время. Ну, если, ребята, если считать, у нас не хватает 41 покемон, а у нас 38 покеболов. Отнять двух легендарных, это уже 39 покемонов. Отнять двух фосил покемонов, это уже 37 покемонов. А у нас 38 ультраболов. А в принципе, да, ребят, я согласен, что с каждого ультрабола не будет ловиться по покемону, но все же, да. Вот я думаю, наверное, будет... Не то, что будет, а стоит даже будет пойти в шахты, поискать немного фосил покемонов, так как... Два фосила нам не хватает, и это так нормально, да? А, поэтому нужно будет реально идти поискать. Так, что я там не поднял? Вот. Нужно будет пойти. Может, в ближайшее время, в принципе, пойдем в какую-то шахту. Действительно. Поищем фосил. А если даже повезет, то и найдем и алмазы. Нам не хватает приблизительно где-то 80 алмазов. А у нас же кирка зачарена на удачу. То есть, если мы в шахте найдем приблизительно 10-15 алмазов, это уже охрененно будет. Уже намного алмазов меньше нам будет. Будет нужно добывать, да? Поэтому, в принципе, нормально. Я так думаю, можно реально будет сбегать в шахту. И, в принципе, ребята, вот о чем я хочу еще поговорить. Это о новом сезоне, который выйдет в ближайшие дни, мне так кажется. Решил, ребята, решил я все-таки, что будет мод Terra Firma Craft. Многие голосовали за сборку Mad Pack, многие голосовали за сборку с Stormcraft, с Divine RPG, с Galactic Craft. Ребята, это все будет, но мне так кажется, что это будет в следующих сезонах. То есть в этом сезоне у нас будет Terra Firma Craft, а в следующем сезоне у нас, наверное, будет какой-то другой, там, допустим, Galactic Craft, или еще какой-то. Ну, я так думаю. Сейчас, там покемон босс. Потому что, например, как я говорил сначала, если, например, будет там... Ух, еще 3 алмаза. Как я говорил сначала, ребята, если, например, там будет да еще один Басяндра. Где он? Вот это? О, офигеть, ребята, еще один мастербол даже выбили. Так, ребята, о новом сезоне, как и говорил, что, например, если там наберется почти что одинаковое количество голосов за какой-то один мод, например, Terra Firma Craft, и за другой мод, например, Galactic Craft, то мы их соединим и получится сезон. Как бы получится сборка, да? Но, я так посмотрел, что к Terra Firma Craft там вообще ничего нельзя подсоединять, так как это, можно сказать, глобальный мод, который меняет все как бы представление о фарме. О чем я вообще думаю? О каком нафиг фарме? О ресурсах, о том, как их добывать, как крафтить себе всякие шмотки и все такое. Там лава, поэтому давайте все-таки вот так лучше покопаем. Поэтому, ребята, это совсем другое, если соединить тот же, Galactic Craft и вот тот, как его там, и
Terraferma Craft, то это вообще какое-то говнецо получится, потому что, можно сказать, оно между собой никак не сочетается, ребята. Поэтому давайте, я так думаю, если многие хотели тот же Медпак, то в этом сезоне мы, наверное, все-таки поиграем в... Сезон у нас будет с Terraferma Craft, да? А потом даже может и... Может в следующем сезоне сделаем тот же там Медпак или Galactic Craft или еще что-то такое. Вот где-то... Вот, скотина, ты тут? Зарылась где-то, хрен найдешь. Но она где-то сзади там была. Я слышу, что где-то сзади. Взаду, давай вылезай-ка ты оттуда, то хрен тебя найдешь. Или она над нами, или она еще под нами. Но под нами, фиг его знает, это возможно, нет, там уже и места как бы нет. Ну, в принципе, ладно, пофиг. Фосил. О, ты тут? Ты тут, зараза, нет? Сейчас, ой, дайте вылезти. Ладно, в жопу. Ну дайте мне фосил. Хотя бы один. Любой. Я его и так смогу поменять. Нет, нифига тут нету. Зажали. Зажали фосил. Ну вы капут. Ладно, давайте вот сюда еще проберемся. Попробуем хотя бы. Вот так. Что тут алмазики? Алмазики это отлично, ребята. Если так считать, сколько у нас? 4 алмаза, ну нормально. То есть уже на 4 вещи нам меньше нужно будет какие-то продавать, да? То есть нормально. Так. Ну дайте мне же фосил. Ну чё вы такие? Жмоты. Нет. Не будет тут фосила. Вот так. Ух, там всякая куча хрени какой-то. Тут у нас нету фосила, а тут у нас тоже нету фосила. И алмазов тоже нету. Давайте еще, может, сюда где-то быстренько так пробежимся, пролетимся, чтобы попытаться найти-ка фосил. Ну, давайте сейчас мне алтари, зараза, когда... Мне не нужно алтари, я их нашел кучами. Или они просто-напросто забаганные какие-то были в другом сезоне, да? С Пиксельмоном. Ну, как бы... А вот сейчас, и, ну, кто смотрел, тот поймет, что я и шел искать вот этот. О, тут у нас спамнер. Я шел искать, ребята... А, тут мы уже были даже. Тут же у нас факел стоит. А, ну, в принципе, да, это возле дома. Ребята, то, что в том сезоне, как бы в другом сезоне, кто смотрел, там мы... Я шел искать уже телепорт в Эндермир, да, и нашел просто нереальные залежи каких-то... Как это можно сказать? Каких-то алтарей, короче, там было штук 30... Алтаря, вот огненного алтаря. Я не знаю, или он залагал что-то, или что. Но, в принципе, в той версии Пиксельмона даже нельзя было спавнить, как бы, легендарных. Они вроде обычно спавнились. Но, как бы, алтари там уже были кучами. Ну, в принципе, ребята, нормально, нормально. Сейчас мы давайте еще себе сделаем кучу ультраболов. Сначала давайте все вот это поскладываем в сундуки. Это у нас куча всего в инвентаре. Так, это вот, нет, сейчас, это сюда. Это вот сюда. Тут что мы можем поставить? Вот это. Так, вот тут что? Это.
И вот тут вот это. Отлично, ребята. Сейчас мы себе сделаем просто нереальную кучу ультраболов. И пойдем мы на охоту. Да. Вот так. Вот так. 36 у нас. Ультраболов. И, в принципе, ребята, давайте на этом уже закончим. Подготовка к охоте, можно сказать, да? Ребята, ставьте лайк и не забываем, что если на этом видео наберется 100 лайков и на том видео, которое вы можете, на которого вы можете увидеть ссылку в начале этого видео, тоже наберется 100 лайков, то новая серия Пиксельмона выйдет прямо же в этот день. Прямо же в ту минуту, когда наберется новая серия Пиксельмона. Твою ж мать, 100 лайков на двух видео, да. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем спасибо за просмотр, ребята. Чё со мной? Я просто, ребята, недавно только проснулся, вот меня еще плющит. Давайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.